Добрый день, мои уважаемые зрители! Я вас всех приветствую на своем канале «Преторианец». Я вам всем желаю крепкого здоровья и счастья в этой жизни, а также, чтобы у вас все сбылось, о чем вы думаете и мечтаете. И сегодня я представляю вам новый свой стих. Он называется «Женщина Голгофа». «Где же эта женщина из твоей мечты? Умная, красивая, сильная, как ты, щедрая хозяюшка, светлая душа, самая прекрасная женщина моя. Жизнью не обласкана, с трудною судьбой, добротою и ласкою, сердцем как огонь. Очень человечная и всегда простит. Где же эта женщина? Как ее найти? Эгоист по жизни я и любил себя. Многих в этой жизни я предавал, друзья. О других не думал я, жил и не тужил. Набивал желудок свой, паразиту пыль. Я гулял и синьку жрал, на людей плевал. В жизни я всех пользовал, только кайфовал. Боль чужая по боку, наплевать на все. Не боюсь по жизни я просто ничего. Вот настал и мой черед камень подымать. Отчего мне никуда в жизни не удрать? Весь блевотине в дерьме, камень волоку. Наточили черти мне острую соху. Кости лезут из мешка, шкуры и дерьма. Вот она, твоя судьба, шепчет мне душа. Все заплатишь ты сполна, все, что причинил. Будет для тебя один путь в Иерусалим. Всю дорогу я разгреб, камни все убрал. На конце дороги той крест свой увидал. Отдышался, встал к кресту. Вот душа моя, на ладошке, как цветок, распускается. Я свой путь прошел сполна, больше не хочу. Жить, как полное дерьмо, больше не могу. Дальше путь мой будет прям, светлый и простой. Библию в руках своих понесу с собой. На опушке у костра я босой сижу. Приходи опять сюда, я тебя тут жду. Буду я сидеть и ждать до конца пути, и она придет ко мне, женщина судьбы. Вот такой вот сегодня стих я вам прочитал. Этот стих, ну как и другие все мои стихи, написаны моей душой, моим сердцем. Надеюсь, они вам нравятся, вы их смотрите. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Для меня это очень важно. Это моя мотивация. Мотивация идти вперед, писать свои стихи. И, возможно, люди, которые прочитают мои стихи, подумают о своей жизни, проанализируют ее и поймут, что нужно жить по-другому, по-человечески, если в их жизни есть какие-то отрицательные качества, много отрицательных поступков, совершенных ими на своем пути. Задумаются об этом и изменят свой жизненный путь. И все у них будет хорошо. И найдут они женщину своей мечты, свою судьбу. Создадут семью и будут жить счастливо до конца своих дней. Пройдут свой отрезок жизни, который им дал Бог. И ихняя душа будет по-настоящему человеческая. Всех обнял. С вами был Преторианец. До скорых встреч.